люблю Беларусь в первую очередь за то, что это моя родина. Больше всего мне нравится свобода, которая, скажем так, ничем не ограничивается, где можно проявить себя, можно быть собой и развиваться в том направлении, которое тебе интересно. Я нашел себя в экстремальном катании на маленьком велосипеде BMX. BMX — это специальный велосипед, предназначенный для выполнения различных трюков. Не так давно, это в начале прошлого года, на базе нашего картинга открылась BMX-школа, где каждый желающий может прийти и научиться выполнять различные трюки на маленьком велосипеде BMX. На сегодняшний день уличные культуры в Беларуси развиваются довольно успешно и развиваются на приличном уровне, так же, как в странах ближнего и дальнего зарубежья. Активно развивается в нашей стране не только BMX, но и агрессивное катание на роликах, скейтбординг, паркур и многие-многие другие уличные дисциплины. Я люблю Беларусь за движение, за возможность бесконечно развиваться, быть самим собой, самоутверждаться и делать то, что ты любишь. Важным историческим событием я бы хотел отметить что-то из спортивной области. Сразу же на ум приходит Дмитрий Дощинский. Это наш белорусский фристайлист, который завоевал не один десяток медалей и отметился в истории, наверное, как самый титулованный фристайлист, который выступал за нашу страну на различных соревнованиях. Насколько мне известно, сейчас Дмитрий продолжает карьеру уже в роли тренера, и я считаю, что это очень важное историческое событие для нашей страны, потому что передать такой опыт и вырастить новое поколение, которое будет представлять нашу страну и далее на международных соревнованиях, завоевывая, я уверен, не один десяток еще медалей, это очень и очень важно.